Сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В Сургуте к этому событию приурочили благотворительный праздник добра для детей и подростков. Он прошел на площадке Центра культуры и досуга «Камертон». Ребята приняли участие в танцевальном шоу «Показе мод», конкурсе талантов и творческих мастер-классах. В Сургуте зарегистрировано более 100 детей и подростков с диагнозом сахарный диабет. Во всей Югре более 700. Каждый год на праздник добра приходят целыми семьями. Это очень важное мероприятие в плане именно социализации детей. И они ждут это как праздник. То есть они знают, что в ноябре у них будет организовано такое мероприятие, они туда придут, они тут все наряжаются, они тут такие принцессы.